Про ревность вообще говоря, конечно, мы понимаем, что это все равно в любом случае неизбежно. В любом случае это неизбежно. Вот чтобы мы не придумали себе, чтобы не говорили родители, например, вот что там мой ребенок, нет, у моей семьи дети не ревнуют. Это не так. Скорее всего, и так часто бывает, что просто в семьях вообще сам факт того, что ребенок может ревновать, отвергается, не принимается. На самом деле давать родителям какие-то конкретные рекомендации, ну, это бессмысленно, пустое дело, потому что каждый ребенок уникален, и каждая семейная система, она уникальна. На самом деле, конечно, подготовка к рождению малыша должна быть стопроцентная. Вот он хороший, он, вот ты знаешь, вот он родится, и вы будете играть с ним. Но это же неправда. Поэтому ребенку нужно сказать прежде всего правду. Что он родится, он будет еще маленьким, вот мы сможем с тобой за ним ухаживать, мы сможем что-то с ним, ну там, например, его учить, да, чему-то, ты будешь показывать, какие есть игрушки, вот это можно делать, безусловно, но уж точно играть ты сможешь с ним, ну, через год, через два, когда он уже только пойдет. Очень часто попадают дети в такую историю, что они понимают, что, например, девочки, увидя вот этого маленького малыша, они думают, что это пупсик. Это кукла. И это все, соответственно, вызывает бурю эмоций у родителей, потому что страшно, да? Ну вот. А по большому счету не понимают, что это не игрушка. У мальчиков это про машинки. То есть обычно мальчики подходят и говорят, ну давай, когда ты там сейчас, вот, машинки. То есть, а говорят ему, тихо, он сейчас спит. Что же должен еще делать ребенок при этом? Он, конечно же, может помогать, то есть без принуждения. Помогать вам, принести там что-то, побыть рядышком, все равно нужно доверять. Побудь рядом с малышом, там, да, немножечко. А вот последи за ним, просто рядышком. Спой ему песенку, прочитай ему что-то, даже если это будет, понимаете, учебник по физике. Часто бывает, что родители, бабушки, дедушки, ну, естественно, когда ребенок приходит, новый ребенок попадает уже в дом, значит, что они делают? Привозят огромное количество подарков. Значит, стоит этот несчастный малыш, который старший, первый, первенец, будем так его называть, и он понимает, что а ему подарка нет. И очень часто бывает, что дети начинают болеть. Это то, как я вам рассказала в начале, да, нашей с вами истории. Дети начинают болеть. Они начинают брать на себя столько внимания, то есть, понятное дело, что больной ребенок привлекает всегда к себе внимание. И тут у ребенка, поскольку он видит, что внимания сейчас этого нет, то насморк у него возникнет. Вот такая психосоматическая история. То есть он, когда чувствует, что он нелюбим, конечно же, это все объяснимо. Он, понятное дело, что его иммунная система тоже немножечко падает. Да, и он грустит, и не выделяется достаточное количество тех веществ, которые отвечают за иммунитет, за жизнерадостность и за хорошее настроение. Как только фон вот этот вот постоянный, вот грустный, вот этот вот или нервозный приходит в семью, то ребенок начинает болеть, безусловно, иммунитет падает. И он уже не может так справляться с этими вирусами, бактериями, с одной стороны, да. А вот с другой стороны, даже могут и хронические заболевания обостриться. Достаточно часто так тоже бывает. Если когда-то что-то там, ну, там с кишечником были какие-то проблемы, потом все нормально, то все возвращается назад.